Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур, мы продолжаем играть в Seven Mysteries. Неплохой хоррор, на удивление. Мы играем за Лоя, который забрался со своими дружками в эту школу, но один из его приятелей только что пытался убить его ножом. Весь коридор в кровище, и что делать, непонятно. Ну, для начала давайте двигаться дальше, а там посмотрим. Пока что я иду по кровавому следу. Куда же он меня приведет? Как это все так получилось? Кровь уходит туда. Не поддается. Кровавый след. Отлично. Это место кафетерия. Этот парень похож на Минка. Где остальные тогда? Я не хочу к нему подходить. Тихо, тихо. Так, мне нужно переключиться на Клаву, потому что... Но, отлично, хорошее начало. Так, ладно, продолжаем. Кровавый след, и что-то непонятное происходит. Ладно, будем играть с клавиатурой, потому что на геймпаде у нас не установлена кнопка драки. Не знаю, это не очень хорошо. Вы знаете, это реально жуткая игра. Мин. Тихо, Мин. Все будет как-то... Смотри, он ходит через стулья, гад. Он тоже? Почему? Почему все стали такими? Это тьма. Я не могу ее больше выносить. Я хочу свет. Свет. Надо уходить отсюда. Что я делаю? Проклятие. Пожалуйста, дай мне хоть немного света. Я не хочу быть убитым этой тьмой. Ох, ну слава богу. Что-то, по-моему, пошло не так. Жжется. Почему? Почему все пошло так плохо? Почему все пытались убить меня? Похоже на разбившееся стекло. Не должен сдаваться. Я должен выжить. Я должен убить их всех. Должен убить этих засранцев, которые так со мной поступили. Нашел фонарик. Отлично. Как же тут темно. То самое окно. Звук разбившегося стекла прошел оттуда. Кто-то за окном? Мои глаза, я ничего не вижу. А? Нам надо идти дальше. Какого черта происходит? Кто-то прячется в этих кустах. Вы слышите эти звуки? Что это такое? Окно. Сохранение? Конечно же, мы сохранимся. А тут довольно светло. О-хо-хо. Как ты нехорошо ко мне подходишь. Прощай, мать твою. Я сошел с ума, я буду убивать вас всех. О-о-о-о-о.
Япона мать, сколько вас тут? Ай, больно. Хорошо. Как же это сложно, блин, а? Хорошо. Мы сохранились как раз перед этим делом. Я не думаю, что стоит убивать прямо всех их, но там было сохранение. Давайте добежим до туда. Постараемся не встревать, потому что эти парни что-то меня реально беспокоят. Да я и не особо хочу их убивать. Несмотря на то, что наш герой, я смотрю, прям алчит крови. Так, парни и девушки. Прочь от меня, прочь. Отлично сохранился сразу, на люлей налетел. Я по-любому должен их убить, да? Так, тихо. Как вы же... Да что ж вы меня так обходите, это со всех сторон. Ладно. Хорошо. Наверное, вы готовы. Хорошо, давайте сохранимся еще, хотя жизни у меня, конечно, маловато, но... Ну и хрен с ним. Почему я сохраняюсь все время в один слот? Это было не очень умно. Мне кажется, что тех парней снизу мне тоже нужно будет убить, но я хочу просто уйти отсюда. Итак, они все мертвы. Этот звук... Дверь открылась? Не может быть. Кто-то еще жив? Я не могу позволить кому-либо увидеть эти тела. Я должен убивать. После всего? Почему так произошло? Это был просто сон. Подожди. Откуда у меня нож? Это не может быть сон. Я должен похоронить тела. А их не должны увидеть. Ну, смотри, все на месте. Так, хорошо. Похороним. Только сначала сохранимся опять на один слот. Я умен. Кто ты? Кто ты? Ман? Ман, что не так? Почему твой голос так дрожит? Нет, не может быть. Мы же ждем тебя, ты знаешь? Не может быть! Ты слишком долго надолго уж отошел пописать, парень. Пописать? Ну? Нет времени разговаривать, мы должны спешить. Иди за мной. Хорошо, я пошел. Так это все был сон. А что же насчет ножа? Что? Лой, пойдем, парень. У нас деньги директора школы. Ман, почему это все происходит? Что происходит? Ты чувствуешь себя виновным? Ладно, хватит, пойдем. Нет, нет. Эй, да что с тобой, парень? Нет, это все реально. Лой, ты в порядке, чувак? Эй! Назад! Я убил вас всех! Всех вас убил! Не! Ты с ума сошел? Как ты посмел ударить меня? Почему? Почему? Лой! Какого хрена произошло? Ладно, допустим. От них надо было поворачиваться. Так, хорошо. Промотаем это все. Давай, двигай уже.
Да-да-да, это все был просто сон. Я ж от нервов начал дергаться. Хорошо. Нет-нет-нет. Нет, все настоящее. Подожди, я не могу их бить. Они идут на меня толпой. Что же мне делать? Убегать? Убегать. На чердак. Обходить дыры в полу желательно бы, насколько я понимаю, потому что Ми уже умерла от этого. А, этот нож. Нет. Я не хочу его больше видеть. А, наконец-то он ушел. Все будет в порядке. А, я так устал. Почему? Кто-то идет? Это идет Ми. Ага. Лой? Нет. Лой? Нет. Лой? Нет, нет. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Он, походу, все шесть вернул, что-то тут. Я не понял. Откуда взялось это проклятие? И почему оно вредит студентам? Ну, это никто не может сказать. Но рано или поздно мы все это выясним. Глава 4. Библиотека. Здесь раскрываются секреты. Туан. Но я уверен, что я оставил это здесь. А где же оно теперь? Господи! С каких пор они начали воровать личные дневники? А, да ладно. Уже очень поздно. Завтра посмотрю. Посмотрю-то посмотрю. Сначала сохранюсь. На второй слот, смотрите, я чем-то учусь. Хорошо, ну что, давайте на этом заканчивать. Историю вы закончили сегодня. Что тут такое и что там с этим дневником? И кто такой наш новый герой? Узнаем действительно завтра, потому что Туан вроде как интересный. Любопытная игра, по-моему. Странноватая, но очень крутая. Я такого еще не играл. Будем надеяться, это не последний маленький проект на канале. С вами был Артур, увидимся. Спасибо, что смотрели. Всего хорошего, пока-пока-пока.